читаю. Вот как-то так. Ну, у меня другие цели, мне не нужны оперные вещи, как бы. Ну, те задачи, которые требуются в возвращении делать, и я считаю, что их делаю. Конечно, надо развиваться дальше, ну, заниматься и так далее. Но мы все занимаемся и стараемся, как бы, расти по мере возможности. Я думаю, что до пенсии. По поводу вокала, ты как-то сам занимаешься или вот твои? Исключительно сам, как бы. В общем, есть же сейчас очень много всяких интересных видеошкул и так далее. Ну, пока хватает только на гитарные вещи. Честно говоря, когда ты проводишь время на студии, и, в общем-то, мой рабочий день сейчас начинается примерно в 7 утра и заканчивается около 12 ночи. Вот, потому что приходится работать и писать, собственно, альбомы, писать песни. Потому что, как вы понимаете, если вот мы собираем 30-50 человек на концертах, то заплатить 250 тысяч за бюджет альбома, это нереально просто. Поэтому приходится где-то еще работать, вот, и что-то как-то вот выкручиваться, чтобы эти песни когда-то увидели свет. В общем, вот такая у многих музыкантов, ну, у нас вот в том числе такая вот жизнь, и мы, в общем-то, ее на себе тащим. Говорю честно и откровенно. Так.